Всем привет, друзья! На Mercedes 211 можно активировать функцию остаток топлива в баке. Вот сейчас показываю, что в принципе эту функцию нет. Да, еще мы здесь активировали AMG меню на 211. Также я оставлю отдельное видео, как мы активировали AMG меню. Можете посмотреть. Ссылка будет в описании. В общем, здесь нет остаток топлива. И как это активировать? Заходим в блоки управления, информация и связь, КИ, комбинация приборов. Диагностирование по указанию завода. Кодирование блока управления плюс вариантное кодирование и последняя строка. Опускаемся вниз и находим строку Tank Info. Вот эта строка у нас Disable, ставим Enable и подтверждаем F3. Назад, еще раз, назад, еще раз назад, и здесь заходим в активации и выполняем сброс блока управления. Да. F3 подтверждаем. Нажимаем F2, назад, и все. Идет сброс, и уже появляется меню. Это AMG меню, а дальше уже появляется остаток топлива в баке. Вот. И уже появляется дополнительное меню. Остаток топлива в баке. Так что можете активировать себе с помощью OpenPort. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и удачи на дорогах.